Привет, Олег. Привет, Виталик. С приездом. Спасибо. Что у нас происходит в Нижнем Новгороде? А вот у нас парад духовых оркестров начинается на улице Большая Покровская, пешеходной части города Нижнего Новгорода. Замечательно. Вот идет первый оркестр. Образцового военного типа. Парады оркестров здесь и профессиональные, и из области, и детские оркестры. Это прелесть, это просто сказка. Звонил Жорик. Они его нужного рекорда, туда подъедет Женя Чепрунов, минут через 20-30 они тебя заберут. То есть мы сейчас снимаем. Да. Наверное, внизу будут играть, да? Нет, они вообще все с шагом обычно идут. Эти, я не знаю, что сейчас я играю. А, у них какая-то точка начала. Это губернский оркестр, я их узнаю. А, нет, город Перевоз. Держи вот так на них. Я сейчас еще Инстаграм сниму. Я видеооператором работаю, мне это не разговаривается. Так.
тебя там много видео? Много полетит? Да, тут дня на два хватит. Город Тюмень. Народный оркестр. Поэтому они одеты по-народному. Впереди идет депутат, наверное. Знакомый какой-то, я его знаю. Он то ли... Не помню. Мне кажется, барабанчик немного не попадает. Не важно. А как мы узнаем нашего мальчика? Это не наш, у нас таких нет. Таких штук. А еще спереди будет бежать наша мама. Бежать прямо? Скорее всего, и снимать. Я там когда-то в театре занимался. Даже здорово. Она что? Чкалос, да. Родина моей первой. Фу, второй. Живы. Привет. Пятый. Ну, сын и Петя. Ням-ням-ням, мама Петя. А, да? Она из Чкалова. Что-то они начинают как-то непонятно откуда. Может быть, нам немножко сдвинуться туда? Да, давай немножко вниз уйдем. А давай выключим пока. Вот этой вот? Как раз в конце с саксофоном. А когда же вы играть пошли? Вот это не играет. У вас снимают дух. У нас нету духа. Может, тебе дудук дать в руки? Дудук, да. Привет. И чего? Я так и не понял, они когда играть? Они когда играть? Они будут играть только на Минина? Да. А, это хочешь, я тебе отдам фотоаппарат? Но он же мне не нужен сейчас. Вы любите, когда фальшиво?
расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о фестивале духовых оркестров. Ну, мне понравилось, я участвую первый раз. Что особенно запомнилось? Знакомых. Обычно я сам такой знакомый, который видит кого-то из знакомых, конечно. А почему вы не играли, когда шли по Покровке? Я не знаю, почему так изменилось. Должны были играть. Сказали нам. Балсан сказал, что тубы не было. Тубы, да. Передайте привет городу Санкт-Петербург.
человека в голубоске у тебя лежали на столе. И рассказывал из сказки, только я не верю.